I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест, и сегодня мы потестируем именно ту имбу, которую мы посмотрели против барда. Если не смотрели, обязательно посмотрите видос, как слить барда, и сейчас мы будем... Хочу я его взять с собой на запределе, его, Фрейю. То есть у нас будет вот такой вот Фрэнк. Сборочку мы сделаем вот такую вот, и питомец у нас будет для уклона. А в итоге у нас получится вот такой вот герой, которого реально дофига дамага. Ну, относительно дофига, потому что я убрал отсюда суперпэта второго, который с дамагом. Его мы поставим на нашего зефира. Так, сейчас что-то музончик тупит. Он у нас будет на зефире. Я хочу взять три героя. То есть Фрэнка мы собрали. Второй герой у нас будет Фрей и зефир. Без ворожея, без землеройки. Сейчас только я подберу. Возьмем вот эту вот Фрейю. Сразу же тыкнем грубую силу. Не знаю, посмотрим, сможем ли мы дойти. Три героя, все-таки привязка к силе есть. На твинке здесь тоже не так все легко оказалось, как хотелось. Так, делаем Фрейку, кстати. Фрейя тоже, кстати, с нормальным дамагом. И третий у нас будет зефир. Вот есть на зефира мы возьмем сборку, попробую стан как вариант, хотя в принципе можно не стан, можно против, я уже показывал, против зеленой фракции попробуем такой вариант. Так, и сюда закинем львицу. Все, три героя, поехали, попробуем в три героя плюс новый Фрэнк. Посмотрим, что у нас получится. Конечно, у нас некому будет пробивать вражеских. Может, все-таки взять божество на всякий случай. Хотя мы в прошлый раз уже так побегали. Фига, в итоге не смогли сделать. Давайте попробуем без Фрейя. Все-таки возьму божество. Вот состав. Божество возьму, потому что ну реально кого-то слить, потом хрен сольем. Так, сюда мы поставим. Такой вариант и суперпэта. Окей, поехали. Посмотрим, что у нас получится этой троицей. Кто бы сомневался. Я вот не знаю, не уверен насчет, я, конечно... Фрэнк, будет ли он долго жить, хотя, в принципе, у нас дефный вариант, но у нас отхила нифига нету. То есть у нас весь отхил будет от питомцев. Поэтому не факт, что Фрэнк у нас будет жилец. Его, по-моему, уже ушатали, если я не ошибаюсь. Ну, посмотрим, в общем. Первая пачка, и, как видите, мы уже попали в просак. Причем жестко. Да ну нафиг, нас просто тупо ушатали. Я в шоке.
Жесть. Знаете, то чувство, когда качаешь героев на максималку, но толку от этого никакого нет. На зардепке мы за 10 минут, даже меньше, просто зафармили все 3 этажа. Здесь я взял 3 героя, я не знаю, может надо 10 героев брать, хотя на твинке вроде английском здесь тоже так не проканало. Проканало на сардепке, там реально проще было. Блин, ну давайте уберем. Давайте попробуем пока соло подамажить, посмотрим. Ну это просто трэш какой-то. По идее, он соло будет тоже нормально валить. Его фиг должен... Ну, хотя не, сотрю сливаю тоже. Сейчас посмотрим, в общем. В общем, трэш полный. Вот посмотрите, дамаг. 159к, я их не пробиваю критом. Я вообще их не пробиваю критом. Я не знаю, сколько здесь надо крита иметь, чтобы их пробить. Но вот единственное, что нас спасает, реальная эмблема. Ну все, основных вынесли. Другого варианта, как рез, ну про... Что? Это как? Да, ребята. Это просто изи. Мне это нравится. Давайте поставим божество еще дополнительно. Это полный трэш. Изворожая, мне кажется, нам тут тоже нифига не светит. Может, конечно, божество сейчас нормально будет дамажить. Ушатает Фрей. Вдвоем, может, они задамажат, но я сомневаюсь. Посмотрите, как они сливаются. Не, все-таки кого-то ушатали. Не, это Феникс падает. Падает, а потом Сожива опять ресается. Я в шоке. Честно говоря, я просто в шоке. Опять Феникс резнулся. Не, ну это издевательство. Первая пачка, и мы просто тупо нифига сделать не можем. Как видите, все-таки привязка к силе есть. И даже вы возьмете троих топовых героев, я не знаю, есть привязка к основной силе. Тут никуда от этого не денешься. Просто чудеса, блядь. Я даже не знаю, что уже ставить туда, кого тестировать. Ну, однозначно, после прошлого раза у нас ничего не поменялось. Так, пробуем, давайте попробуем такой вариант. Сейчас единственное, я попробую, пока есть у нас возможность. Уберу этого товарища. И поставлю сюда друга. Пока он у нас забагованный, возможно, это нам пока поможет. Ну давай, шатай их. Нифига вообще. Знаете, то чувство, когда у тебя максимальные герои, но толку от этого вообще никакого. Просто что хочешь, то и делай. Хотя вот Дрогу сейчас реально тащит. Посмотрите на Дрогу, посмотрите, что он делает. Красавчик вообще. Интересно, кого-то еще ушатали или нет? Дрога-то точно ушатали. Я просто в шоке, честно говоря. С нашего первого этажа. В общем, для донатов получение Мэри единственный вариант — это через донат. Потому что с такой силой это жесть. Я не могу даже первый этаж зафармить. Ну давай, добей его хотя бы уже. Я в шоке. Это аут, ребята. Я в шоке просто.
попробуем еще с волчонком. В принципе, можно не волчонка, можно вот этого взять. Это тоже классный питомец. Но не факт, что у нас сейчас останется. Мы сейчас, наверное, скорее всего, просто улетим моментально. Не знаю, или Фрэнк будет. Не, Фрэнк еще держится, красавчик. Держался, по крайней мере. Ой-ой-ой, хорош. Но еще раз ушатаете. Они просто тупо с оживами. Я не знаю, каждый раз все новое. То оживы, то еще какая-то фигня. Вот как здесь можно нормально воевать? Все. И теперь опять слив. Просто тупо трэш. Одним словом. То чувство, когда эта локация тебе не то, что оно и не надо, и ты ее пройти не можешь. Нафиг оно вообще все надо. Вот я смотрю на это и понимаю, это просто бред. Тупо, блин, герои с отхилами, причем жесткими. Плюс я смотрю, там мы никого не убили опять. Это просто тупо издевательство. Я в шоке. Ну, поехали, еще попробуем попытку. Три попытки, ребят. Первая же пачка. Ну, посмотрите, она просто тупо стоит на месте. Как... Все. Короче, без комментариев. А, тут и Фрея с оживой. Офигеть. Офигенно, вот мне нравится. Ожива там, ожива там, ожива там. Просто кайф. Да, без ворожея тут нефиг делать даже. Что-то я психанул. Надеюсь. Ой, хорош. Красавчики. Ну тут... Десятая ожива стоит, походу, на этих. Потому что тупо все слили ее. Вот так, ребятушки, и живем. Давайте еще я попробую одну тему затестить. Это самый эпичный поход. Первая пачка, и мы не можем пройти на топовом аккаунте. Ну, я не знаю. Короче, влепите по лайку, это однозначно весело. Локация это IGG, которую топовый аккаунт не может просто тупо пройти. Даже в три героя, ну, мы должны хотя бы на первом этаже их валить всех. Нифига. Сейчас мы с вами попробуем другой вариант. Я попробую наше секретное оружие, вот такое вот. Это офигенная тема. Ну это просто, я надеялся, честно говоря, что мы хотя бы куда-то тут дойдем. Хренушки. Просто тупо никуда. Интересно, спасет наш стан. Еще есть, кстати, вариант неплохой попробовать этот. Блокировку поставить на некоторых героев еще дополнительно. Возможно, это спасет. То есть попробовать поставить на Фрею, пока как вариант наролить ее. Но я уже не знаю просто, кого еще тут ставить. Да ты шо? Я надеюсь, я успел выйти. В общем, такие вот, ребятушки, чудеса. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите, я сделаю блокировку. Думаю, возможно, еще запишу один видосик по поводу этого приключения. Но это, конечно, весело. Я уже ничему не удивляюсь. Все, всем удачи, всем пока.